Мы живем в удивительную эпоху научно-технического прогресса. Чтобы получить доступ практически ко всей информации, известной человечеству, нам достаточно использовать небольшой портативный компьютер, который легко помещается в карман. В каждый такой электронный гаджет встроено множество дополнительных функций, одна из которых — это видеоигра. В основе этого удивительного изобретения лежит огромный виртуальный мир со своими законами и правилами, в который ежедневно окунаются миллиарды детей и взрослых. Давайте же углубимся в историю видеоигры. Но для начала узнаем, как это работает. Если мы заглянем в самое сердце любой видеоигры, то увидим непонятный набор из единиц и нулей. Это двоичный код. С помощью него можно задать компьютеру определенные инструкции. Видеоигра — это программа, которая создает целый игровой мир. Он называется «Gameplay». Каждая такая игра может работать на персональном компьютере, КПК, портативном игровом устройстве или игровом автомате. Видеоигры бывают разных жанров. От самых простых двухмерных головоломок до огромных миров со сложной сюжетной линией и возможностью выбора персонажей с разными характеристиками. Есть игры, которые имитируют области из реальной жизни, например, спортивные соревнования или управление самолетом. На них будущие пилоты тренируются. Существуют игры-стратегии. В них нужно управлять сложными системами, государствами и даже мирами. Видеоигры нужны не только для забав. Есть целые педагогические методики, основанные на изучении материалов с помощью компьютерных игр. В самом начале своего пути видеоигры были обычным развлечением. Но в процессе развития технологий они стали отыгрывать огромную роль в формировании современной культуры. Самая первая видеоигра появилась в 1947 году. Это был простейший ракетный симулятор на основе электронно-лучевой трубки. А в 60-х годах самым значимым открытием стал теннис для двоих Уильяма Хейгенботтома. Это была первая игра для двоих. Менее чем через 10 лет появился первый игровой автомат Galaxy Game. В результате видеоигры вышли в массы. Спустя год компании Nintendo и Meganvox поставляют на рынок революционную разработку. В ответ громоздким и дорогим компьютерам и автоматам появляется первая игровая приставка со сменными картриджами для игр. Это стало началом великих перемен в мире компьютерных технологий. Ведь для приставки создали 8-разрядный микропроцессор — сердце будущего персонального компьютера. Так, в 1977 году на рынок выходит Apple II. Первый доступный персональный компьютер. А через 2 года появляется первая портативная консоль. Следующие 11 лет стали годами расцвета индустрии видеоигр. Они выходили сотнями, становились сложнее, красивее и интереснее, но концепция была неизменна. И так до появления интернета, который перевернул буквально все. В 1997 году появилась Ultima, первая многопользовательская ролевая игра, которая начала эру онлайн-игр. Они изменили наше общество. Сейчас общий бюджет индустрии больше бюджета некоторых стран. Ежегодно проводятся сотни международных соревнований по видеоиграм.
Желание делать более качественные игры толкает прогресс на создание более мощных компьютеров и программного обеспечения. Игры помогают осваивать новые знания и изучать общество. Видеоигры приравнивают к искусству. Существует даже целая наука — лудология или философия видеоигр, которая изучает игру и играющего. Но при всех плюсах миллионы людей по всей планете тратят колоссальные деньги и все свободное время на онлайн-игры, убегая от реального мира. Что это, психологическая зависимость или начало нашего виртуального будущего? Однозначно сказать невозможно, время покажет. А пока оставайтесь с нами, и в следующей серии вы узнаете новую удивительную историю игрушки.